Смотрите, дуплетами, короче, раки уже идут, так что дело налаживается. Опачки. Здорово, пацаны. Здорово. Как настроение? Хорошо. Что мы сегодня будем ловить? Я не знаю. Раков, попытаемся. Да. Друзья, всем здорово. Рыбалка рыбалкой, но иногда хочется просто с друзьями отдохнуть, наловить раков, отварить их и с пивандриком просто сесть и расслабиться у костра, это все дело затоптать. Сегодня будем пытаться ловить раков. Славик нас вывез в свои секретные места. Короче, погнали на воду. Все самое интересное я вам, как всегда, покажу. Вот мы и на воде. Ромыч, ну что, первые погружения, да? Да сейчас будут, да. Сейчас я носочки одел. Ага. Сейчас все будет, хлопцы. Давай, давай. Ну что, ребзя, я погнал. Ой, блин, водичка просто, просто супер водичка, просто песня. Вот такие вот пироги. Роба со Славиком где-то там сзади, а я тут уже начал вот таких раков ловить. Ну, правда, рак не крупный, но тем не менее, первый пошел. А вот и второй подлетел, такой уже покрупнее. Красавчик. Красота. Нашел, короче, свал. И там, на этом свале, резкий глиняный обрыв. И в этой глиняной стене есть норы. Их немного, но тем не менее они есть. Я думаю, нам до троих, если бы штук, ну, 15 поймать, это за глаза хватило. Я раков давно не ел. Наверное, в этом году я их еще ни разу не ел. Поэтому сейчас бы с пивандриком, нулевочкой пошли просто на ура. Ребят, есть еще один довольно-таки, это, наверное, самый крупный за сегодня экземпляр. Фух, блин. А пацанов, вы знаете, где-то нету. Плыли-плыли за мной и где-то остановились. Видимо, тоже колбасят раков, но это третий у нас. Мне, как бы, если так поделить, штук 5 поймать, а остальное за ними. Вот по пяток, если поймать бы, штук 15 на всех, было просто чудесно. Ну что, четвертый пошел. Фух. Красота. Вот, кстати, вот последние две норы, вот эти последние два рака, я достал с глубины, наверное, сантиметров 50. Вот именно даже еще свал не начинается, а береговая бровка идет. И в береговой бровке, вот, ну, глиняный берег, сам говорит все за себя. Рачьи норы есть. То есть, если муляка, то нефиг там ловить. Красота. Короче, продолжаем, друзья. Фух. Фу, ребятки, отдышаться хоть немножко. Снять маску и из кармана достать рака. Вон, пацаны уже где-то недалеко ныряют. Ах ты, собака такая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, наверное, до крови. Это, по-моему, пятый. Ну, короче, красота. Сейчас надо у пацанов спросить, что они там поймали. Может, немножко так, по чуть-чуть и нашкребется нам отварить раков. Я взял укропа, взял лаврушку, взял казанок, взял, короче, конструкцию семеновскую, чтобы казанок поставить на костер. Короче, есть все. Надо только желание ловить раков. И, собственно, все. Чем вы можете похвастаться? Штаны снимай. Нифига, да, пацаны, пока? Нет, там вообще ничего. Ой, красавец. Еще и кусил. Хотел, короче, поднять. Я твоего поснимаю. Ай-яй-яй, да подожди, он меня прокусил. Ребятки, все, теперь я в отпуске. Сейчас Славик работает. А Рома только смеется. Я все время в отпуске. Да-да-да. О, ну, Славик, ну, красавелла. Это самый козырный рак за сегодня. Давай, не забывай, с кем ты вместе будешь. Давай. У кого садок? Слышь, вообще красавец. Офигеть. Уже лег, уже полностью лег и запихнул туда руку. Ну да, так. Так, красавелла. Отправляется в музей поле чудес. А в этой норе-то уже не первый раз рука человеческая. Поди. Нема, да, Славик? Кто сказал? Ого, красавец. Есть. Слышишь, Ромыч? Только ж ты понял, как эти, как, ну, нормальные аквалангисты, вот так, понял, через спину. Бабах и завалился. А ну давай, Славик, держи лодку. Пятерочка. Рома, пятерочка, красиво, молодец.
Ребят, короче, и Ромыч разловился раком. Вот такой вот. Ни большой, ни маленький, нормальный, среднестатистический рак. Отправляется в котелок. Вот, так там уже так потихоньку-потихоньку, гляди, сегодня все-таки все и получится. Опа, ребятки, вот такие вот пацаки тут, короче. На горизонте появились. Смотрите, дуплетами, короче, раки уже идут. Так что дело налаживается. Опачки. Красава. Ну и края норки не увидел, не почувствовал. Это может быть отдатра. Бездонный мир такой чисто. Глубокий внутренний мир в этой норе. Может быть отдатра. А может быть... Писец! Короче, Славик говорит, пацаны, вы там прошли норы? Мы, да, прошли. Сейчас я за вами еще разочек пройдусь. И прикинь, выныривает, сразу достает рака, и причем неплохого. Сейчас я вам покажу, сопляки! Ага, как батя ловит! Что происходит, вообще не понял. Только ж не так, как в прошлый раз кидал. Ай! Опять так же? Нормально, не, пойдет. Славик, короче, делает ветер. А мы только пузыри. Да, да. А мы только баламутим воду. Серега говорит. Смотри, что он делает, ты глянь. Славик делает ветер, а мы только пузыри и каламутим воду. Причем метановые. Тайна метановых пузырей раскрыта. Да. Смотри, смотри, что Славик делает, это просто капец. Хороший. Хороший вообще такой рак. Короче, Славику сегодня полагается баночка нулевочки за это. Холодненькой такой. Прям такой, чтоб... О, ну этот вообще красавчик, глянь. Без одной клешни, но тем не менее. Тут сама шейка чего будет стоить. Два этих, ну два. Ту и в ту. С одной достал и со второй достал. Ну, правда, уже на последнем издыхании воздуха. Бывает и такое. Смотрите, ребятки, какие раки. Короче, Славик красавец. А ты что снимаешь? А я тоже красавец. Ну, понятно. Снимаю. Так же, как и я, короче. Все мы красавцы, но только Славик один ловит. Тоже с глубины, да, Славик? Да. А ну, поближе сейчас подплывем, ребятки, посмотрим. Клешню оторвал ему. Да ну, то ж такое дело. То дело такое. А, она была у него одна, и ты ее оторвал. Ничего страшного, отдельно пойдет. Хороший экземплярчик. Ну, раков мы наловили. Но помимо всего этого, их надо успеть и приготовить. Ребят, посмотрите, что там заходит. Блин, вообще, честно, неожиданно. Синоптик вообще не предвещал никакой непогоды. Рисовал просто все отлично и чудесно. Но я думаю, мы успеем сварить раков. Выбрались мы уже на берег. Первым делом мы что делаем? Смотрим наш улов, что нам удалось добыть. По ракам. Я не считал сколько, ну примерно плюс-минус 15 штук, может чуть больше. Теперь их надо сполоснуть. Сейчас их обычной нормальной питьевой водой сполоснем. И можно будет заниматься костром. Потом дальше поставим мангальчик. Ну, типа мангальчик, такая штука. Ну, все по порядку, как обычно. Как обычно, все отлично. Получается вот такая нехитрая конструкция. Ставится сюда котелок. И все, и готовятся раки. У нас есть еще и столик же, ё-моё. Надо было его первым делом разобрать, конечно же. Но ничего страшного. Так, так. И так. Чудесно. Теперь по-цивильному. Ставим все на стол. Специи. Нулевочка наша, пивандрик. По красоте. О, теперь можно и готовить. Здесь лаврушка, соль, укроп. Ну, короче, все как положено. Так, пока месть укроп выложим. И в этот пакетик переложим раков. Потому что раков я хочу закинуть именно непосредственно в кипящую воду. Ну, знаете, чтобы они не мучались там и всякое такое. Ставим воду. Сполоснул еще раз казанок. Все, этого с головой хватит. Чтобы закипить наших раков, приготовить. Вот так. Все, и подкидываем крышки. Побыстрее закипелось. Соль.
Сколько я не пробовал солить раков, ни разу их в жизни не пересаливал. Не было такого, что пересолил как-то раков. Они соль в себя берут, ну, больше, чем надо, я думаю, не возьму. Поэтому я обильно посолил воду. Кинем еще дровишек, вода уже практически на подходе, начинает закипать. Так, сразу нашинкуем укропа, чтобы уже был готов. Досточку сегодня не взял, поэтому буду аккуратно на столе это все делать. Укропа взял два пучка, я думаю, лишним он тоже не будет. Готово, водичка закипела. Теперь можно загружать и раков. Клешни отдельно. Оторвано. Ага. Блин, есть хорошие прям такие раки. Да, но есть такое. Слушай, так тут еще и нормально их оказалось, глянь. Там их по счету до двадцатки никто их точно не считал. Но я думаю, нам на троих хватит с головой. Ребят, сразу закидываем после раков, сразу закидываем и укроп. Ой, понял? То есть перо отрывал, перышко сменяли. Вот так вот. Красота. То есть рак я еще много это брал, да? Да. И немножко вот так притопим. И сразу, не отходя от кассы, тогда и лаврушку уже закинем. Минуток 10 их, да? Может 15? Да, минут 10 можно их смело вытаскивать. О, вот это вообще все. Просто песня. Лаврушка, укроп, раки. Блин, что еще надо? Посолили достаточно и нормально. Просто супер. Так, ну что, подошло время снимать раков с огня. Собственно, и передержали 2 минуты, на 2 минуты дольше даже, чем предполагалось. Мы их готовили, они, по ним видно, они краснючие, уже готовые 100%, поэтому сейчас просто берем, сливаем воду и все чин-чинарем. Блин, запах, друзья, вам просто не передать. Отвар сливаю, запах такой, ну, просто круть, особенно когда давно раков не кушал. Ребят, ну это просто какое-то объедение. Запах просто крутит. Все, сейчас подождем, пускай немножко вычахнут. Все, самое время кушать раков. Да без разницы, бери Рома Карлсберг. Без вопросов, я Балтику уважаю так же само. Ух ты, ё-моё. Ням-ням-ням. Ну что, куды вы сразу? Давайте, ребятки. Компотиком. Ну, а что делать? Мы за здоровый образ жизни. Кто-то там в спортзал собирался, помнишь, Рома? Да, я помню. Да. Я ему передам обязательно. Хорошо, да. Я вот такого рака себе первого выберу. Сделаю, наверное, глоточек компотика, как Рома говорит. Это просто что-то с чем-то. А ну-ка. Блин, это реально то, что надо. Пацаны, я вам скажу честно, я раков в этом году еще не хавал вообще. Это очень крутая штука, я не знаю, чем мы так редко собираем движуху на раков, но я думаю, почаще бы ездили, мы бы знали больше рачьих мест и больше бы у нас было раков. Я думаю, в этом году еще раз надо будет мотнуться. Да, ну 100%. Да. Угу. Тем более мы узнали еще норы. Да, кстати, местяк один Ромыч нашел. Первую бровку мы с Ромой оббиваем, вторую бровку ты повыше. Тебе ближе туда нырять получается. Вторую бровку Славик у нас проходит. Сок какой, мясо. А ну покажешь. Ого. Даже жирное. Вообще, ну да. Просто жир. Друзья, вот я знаю, вы насколько вы не любите, когда на камеру плямкает, чавкает, жую жвачку. Ну понимаете, здесь такая вот движуха, вот как Рома на ночевке говорил, что если вам не показать вот этот сам процесс, вы не поймете всей глубины вот этой красоты ситуации, блин, которая сейчас здесь происходит. Ну, надеюсь, хоть как-нибудь, я иногда это вам говорю, надеюсь, хоть как-нибудь через камеру я передам атмосферу вот этого вечера. Знаете, когда выбрались на воду, эти раки очень трудовые, даются очень, так знаете, тяжело.
наколбасили их там до двадцатки штук, и на троих вот это стоим, много времени потратили, а теперь стоим, расслабляемся, и под пивандрик это все дело, ну, это очень круто, как мне кажется. Короче, друзья, не знаю, как вам будет видно, уже, собственно, и потемнело хорошо. Ну, раки, это просто, это очень тема. Сейчас я вам покажу самые такие лакомые кусочки. Это вот так, когда с клешни достаешь. Сейчас попробую, чтобы сфокусировалось оно. Вот так вот примерно, глянь. Мяско такое аж просвечивается на свет. Блин, это просто бомба. Вот мы уже и спакованы. Полный багажник шматья. А вот и пацаки на моциках. Рома раков выковыриваю из зубов, да. Ну что, пацаны, как по мне все получилось? Как вы думаете? Ну, классно, да. Только раков мало было. Да, маловато. Тебе, Славик, тоже? Конечно, маловато. Такая вкуснятина. Такое ведро надо было. Ну, значит, есть результат. Раки трудовые были сегодня. Трудовые, реально, да. Трудовые. Ну, смотри, будет подспорье, значит, вернуться еще на водоем и еще отловиться по ракам, чтобы было больше. Ну, да. Возможно, да. Там с ночевочкой или что-то еще. Тем более, мы местину еще крутую нашли одну. Да, ну, уже под конец. Там, понимаешь, нас дождик подгонял. Да. Поэтому. Да, дождика не было, ты заметил. Да. Погремел, попугал и все. Погремушка, короче. Погремушка какая-то получилась. Ребятки, ну, короче, как мне вычислить... Спокойно. Я немножко сбился с мысли. Друзья, ну, как я сегодня уже вам и говорил в начале видео, рыбалка рыбалкой, а иногда хочется просто выехать вот так в мужской компании с пацанами реально отдохнуть. Мне кажется, сегодня все случилось, все сложилось, и, в принципе, ну, все довольны, только раков мало. Ничего, в следующий раз мы выедем, у нас будет больше раков по-любому. Если нравятся такие видосы, просто тыкни лайк под видео, я буду понимать, что, блин, раков надо ловить. Возможно, буду снимать и под водой тогда. В общем, друзья, всем пока, ненадолго с вами прощаюсь. До новых встреч!